Всем-всем доброе время суток. Сейчас я буду готовить необычное для меня блюдо. Дело в том, что когда я покупаю мясо, я сало очищаю, потом провариваю его через мясорубку, добавляю там кашу или еще что-то и кормлю бездомных кошек. Тут я увидела в интернете очень много, смотрю заголовок, деликатесы шкурок сала, там еще какие-то. И я подумала, что... А у меня очень в пакете много уже шкурок скопилось от сала. И тут как раз я мясо купила. Думаю, почему бы мне тоже не попробовать, что это такое получится. Я срезала с нового мяса сало. Ой, сало. Шкурку немножко оставив сало. И шкурку, которая у меня была, я начала сначала в воде варить. Я, не посмотрев видео, немножко проварила в воде, потом одумалась. Там, оказывается, надо еще заварить чай или луковую шелуху. Но мы когда-то проваривали, делали такую а-ля копченую прослойку. В луке проваривали, какое-то там было... Блюдо потом замораживали, в общем, вкусно было. А тут надо чай. И я взяла чай. Так-то и мы пьем с бергамотом, но я подумала, что бергамот он даст какой-нибудь запах или еще что-то. Я взяла вот такой недорогой чай. Я так поняла, что там нужен только цвет. Я взяла на это количество вот шкурок. Я заварила 4 пакетика, чтобы, может быть, цвет был поинтенсивнее. И сейчас заварится это все. Выливаю сюда и ставлю варить до мягкости шкурок. Я не знаю, что получится и понравится ли моему мужу и мне. Но мне интересно просто попробовать. Чай заварился. Я выливаю сюда. И ставлю варить. Не добавляя ни соли, ничего. Мне показалось, что какой-то цвет не очень коричневатый. Я положу вот сюда просто еще 2 пакетика, прижму крышкой. Наверное, оно же должно коричневое получиться. Вид, конечно, не очень, так скажем. Я не знаю, что это за рецепт. Я никогда раньше такого и не слышала, и не видела. Но, как говорится, чем что-то не шутит, а вдруг получится что-то съедобное. Так, сало у меня, шкурки у меня закипели. Что я теперь делаю? Я достала все свои контейнера с приправами и буду делать такую смесь, которая должна отшибить запах этих шкурок. Я положила вот несколько горошков душистого перца. Добавлю сюда смесь перца немножко. Добавлю смесь перца, где-то чайную ложечку. Черного перчика немножко добавлю. Розмарин у меня есть такой вот сочинский, прям стебелечками. Тоже добавлю его туда. Хмели сунели. В общем, надо добавить все, что дружит с мясом и что способно отбить запах. Только чеснок не добавляю. Так, хмели сунели. Что у меня еще здесь есть? У меня есть приправа для шашлыка. Тоже добавлю, наверное, пол чайной ложечки. И, наверное, добавлю вот немного паприки. Может, она цвет тоже даст. Тоже где-то с чайной ложечку. И все это высыпаю туда к кипящим шкуркам. И поставлю таймер на полчаса. Пусть оно проварится в этих ароматах. Все. И потемнеет. Чай я уже вымыла пакетики. Он уже отдал свой цвет. И пусть варится. Я еще добавила водички, чтобы покрыло, чтобы равномерно цвет был. Я думаю, нормально у меня там чай. И минут за 20 до конца варки я добавляю ложку соли. У меня шкурка молодая. Если вдруг у кого-то толстая шкура, там надо часа 2. Вон дяденька рассказывает, что часа 2 варить надо. Но у меня шкурка молодая, тем более я перед этим проварила ее просто в воде. И надо, я на соль попробую. Я еще соли добавлю. Я пересмотрела несколько видео
оказывается, популярное блюдо такое получается. И у всех все по-разному. И я решила, что это блюдо, как и все остальное, что мы готовим, достойно импровизации. Я на растительном масле поджарю сейчас немножко лук. И добавлю, у меня вот есть замороженный перчик болгарский. И туда добавлю немного сливочного масла. И пол чайной ложечки сахарку. Шкурки сварились. Я их буду сейчас вот так полоскать. Там же приправы есть. И щипчиками вытаскивать, чтобы на них не осталось приправы. И складывать в тарелочку. Чуть не пережарился у меня лук. Замороженный перец. А еще покажу, вот здесь у меня стоит квас, я сама сделала. Не поленитесь, зайдите, у меня есть как квас приготовить самому. Получается очень вкусный квас и легко все это делать. Но если хотите, я быстренько могу рассказать. В общем, там 6 литров кипяченой воды, стакан сахара топите на сковородке. Добавляйте туда по чуть-чуть потом водичку, размешиваете, чтобы получился коричневый цвет. Воду кипяченую охлаждаете до комнатной температуры, туда стакан сахара, столовую ложку лимонной кислоты, 20 грамм дрожжей. И в каждую бутылку, здесь вот не видно будет, но там есть изюмин. Ну, штук 5, 7, 10. Замешали сахар, лимонную кислоту, дрожжи. Бутылки налили с изюмом. И вот сейчас 8 часов вечера. До утра оно будет у меня здесь стоять. И потом убираю в холодильник. И квас готов. Очень легко и просто. И обалденный квас получается. Поджарочка готова. Я пол столовой ложечки сахарку положу. Я уже говорила, что сахар он раскрывает всегда тайны вкусовых качеств. И убираю охлаждаться. Да, я забыла сказать, что в конце я еще добавлю поджарочку, еще немножко подержу на конфорочке и добавлю немножко, грамм 50 сливочного масла. Некоторые советуют потом уже к готовому этому вот блюду гречку, чтобы все это с гречкой было, но я не буду гречку добавлять. В общем, пока это все остывает, шкурки остывают. Красивый остался такой, не знаю, бульон не бульон, в общем, со специями. Поджарочка получилась красивая. И вот я хочу все это вместе. Пусть и это тоже остывает. И потом все это я вместе измельчу и туда чесночок добавлю. Вот на таком раритетном агрегате у меня сломалась электромясорубка. Я сейчас шкуру перемелю. Некоторые там советуют мелко-мелко порезать, но я думаю, что я лучше все это сделаю в паштетном состоянии. И шкуру перемелю, и поджарку тоже. Смотрите, какая красивая масса получилась. Сейчас я добавлю сюда поджарочку. Ну да, сюда просится гречка, чтобы именно прям отварную гречку прям сразу перемешать. Вот я высыпала поджарочку и добавлю вот столько чеснока. Может быть, побольше даже надо. Ну, буду я пробовать, чего здесь не хватает. Если там, может быть, перчик добавлю, соли. В общем, чего не хватает, добавлю. В общем, блюдо называется «Прощай, печень». Вот так я пакетик натянула на контейнер. Выложила. И уже чувствуется вот прям липкость такая, вот когда холодец варишь. Потому что здесь же очень много желатина. Ну, в умеренных дозах с гречечкой отварной можно будет потом. В общем, это все должно застыть. И надо что-то мне придумать, чтобы как гнет сюда положить, чтобы оно плоское такое было. Так, вот что я придумала. Еще один пакет сверху я натянула. Самое главное, чтобы здесь дырок не было. И сейчас вовнутрь. Лучше, конечно, это делать. Ой, чтобы какую-то емкость, чтобы борта на уровне были. Так, что же придумать? А я ничего не буду придумывать. Поставлю, пусть застывает вот так. Без всякого гнета. Потому что я ничего не могу придумать. Надо было сразу думать. Или контейнер надо было такой, чтобы на уровне.
В общем, или в пленку надо было все это положить и сформировать такую лепешечку. Но это уже мои проблемы. Так что, когда застынет, я все это попробую, покажу вам и посмотрите. А сейчас отправляю в холодильник. Вот показываю, что у меня получилось. Часов через 5 я заглянула, потрогала. Вот так через пакет. Оно уже твердое. Не могу поэтому сказать точно, сколько оно застывало. Ого! Твердое какое. Я думала, до утра будет застывать. Я сейчас достану и покажу. Вы посмотрите, какое упругое изделие. Это как закуску его называют. Я думала. В общем, оно чем-то холодец напоминает. И, наверное, я все-таки переборщила немножко с чесноком. Вот это все чеснок у меня. Это я выковыряла из мясорубки, потом я сюда все бросила. Так, сейчас я это дело попробую. Ничего не могу сказать. Мне не с чем сравнивать. Какое-то пружинистое на вкус. Ну, не знаю. Не знаю даже, что и сказать. На холодец не похоже. Сейчас я сношу мужа на пробу. Он не знает, что это я делала. Из чего я делала. И спрошу его мнение. На, вот попробуй. Я приготовила. Попробуй, скажи, что это. На что похоже? Вкусно, нет, хотя бы? Да вкусно. Чеснок, но я чувствую. Больше. А больше ничего не чувствуешь, кроме чеснока, да? А с горчичкой? Ну, мясо что-то, а что это, не пойму. Как будто из мяса? Ну, да. Ну, а с горчичкой, если? С хреном? Ну, как закуска такая, да? Ну, да. С хреном и с горчичкой можно, да? Угу. Угу, понятненько. Солоновато? А мне показалось, что вообще не солоновато. Ну, это, не знаю. Ну, ладно. У нас кислотность разная. Да. Ну, и что, признаться тебе, что ли, из чего это? А? Признайся. Ну, а ты как думаешь, из чего? Ну, я откуда знаю все? Это шкура свиная, сваренная, со специями, перемолотая через этот. Это я в интернете вычитала. Нормально? То, что кошкам я отдавала, вот. Может, сколько надо было отдать? Не, ну кошкам я тоже буду, ну как, у меня есть и кошка моя. Делила кошка, ну, я... Да. Ну, я просто решила попробовать, потому что в интернете очень много таких рецептов. Ну, есть можно, да? Можно есть, да, под водочку. Угу, понятно. Вот, слышали? Под водочку. Мировой говорит, закушен. Так что, вот столько у меня получилось этого закусона. И я не жалею, что я через мясорубочку это сделала. Мне кажется, если бы я просто кусочками порезала, это было бы не так. Вот. Так что решайте сами. Готовить вам или не готовить такое. Всем хорошего аппетита, мира и добра, хорошей погоды. В общем, всего хорошего. И пока-пока.